И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Сейчас я быстренько тут все разлутаюсь. Ящики наверху, туда даже запрыгнуть можно, может там что-то лежит. Так, ну что ж, там мы посмотрим. Давай вот, наверное, может быть, вот это там, где нету этих уродов, которые ходят. Здесь я вроде бы проверял. Да, этот магазинчик мы облутали. Берем. Тряпкой не беру. Шестеренка, отлично. Сейчас посмотрим, что наверху есть. Может быть, из здания как-то можно попасть? Подожди, а там же не было второго этажа. А второй этаж есть. А лестницы нет. Интересное кино. Так, в окно не залезешь, но по крыше можно пройти, да? На грузовик, потом в окно. В смысле, не в окно, а на крышу. Допрыгну или не допрыгну? Ить, блин. Почти. Флаг. Головой уперся в флаг. Блин, да тут закрыто. Ну тут зато можно сидеть, и никакие монстры тебя не достанет. Ну ладно. Блин, даром только прыгал. Так, ну. А на чем ты висишь, интересно? Мешок, ну и баню. О, а тут блин, дом заколоченный, не настоящий. Ну как? В него не зайдешь. Ну хорошо. Может и плохо. Шланг. Берем. Колесо. Зачем мне столько колес? У меня на базе есть. Еще от велосипеда валяется колесо. Наверное, нет. Туалет тоже не лутабельный. Тряпочки. Опять эти тряпочки. Кругом тряпки эти. Еще шланг. Они же не стакаются, да? Зараза. Увидел, сразу забери, а потом забуду. Да блин, тут тоже забаррикадирована бутылка. Да ну их хватит, этих бутылок, уже много их. Блин, ты смотри, все забаррикадировано. Че это? Листик валяется внутри. Просто пустота. Возможно, она еще потом как-нибудь это все доделает разработчик. Что это было? Веревочка. У меня веревочек уже очень много. Ну, вот разве что бензин тут есть. Так. Это... баррикада. О! Можно зайти. Какое состояние бумажка? 100% буду брать. Я бумаги повыкидывал в прошлой серии. Ну, серьезно, они были глюченные. О, ящики для... А, не настоящие. О, карандашик. Берем. Еще шестеренка. Отлично. Это не доска ли случайно? Вроде нет. О, игровой автомат. Три бумажки. Отлично. Запечатано. О, как-то я пропустил. Еще сахар. Я застрял. О, спасибо. Чё это? Солонка, но... О! Прикольно. Прикольный шкаф. Банка с едой. Да спасибо, не надо. Мне еды много. Порошок берем. Так. Эти зеленые шприцы, я не знаю, что с ними делать. Ножницы не настоящие. Ну-ка. Только дропнуть можно и все. Странно. Ну, а там для медицины нужен. Там есть же медицинская кровать, мне говорили, кстати, где-то когда-то в комментариях. А где она вообще хоть есть? Классическая. Такая кровать, такая кровать. А где же медицинская кровать?
Возможно, у меня просто нет еще этого, как его. Странно. Что я делаю не так? А, подожди его. Бочки с водой есть. А я что-то не замечал. Вот телега для дров. А, вот она. Вот она. Hill Stations. А, так мы это можем сделать у себя на базе. Нож нужен и все остальное. Отлично. Как это я раньше пропускал, не знаю. Генератор это. Вот. Бочку для воды надо будет сделать. И вот эту для полива. Шланги есть. Отлично. Вот и разобрались. Что это? А, открыть дверь. Тут разбито все и забаррикадировано. Доска не настоящая. Так, тут я уже был, шланг я забирал. Это мне не надо. Ну пошли вон туда. Тряпки, еще тряпка. Никого? Бумага. Смотрим, какое состояние. Отлично, 100% берем. Берем. Маленький перекус, давай. Похрумаем немножко. Кстати, попить уже не мешало бы. Но у меня есть таких много. Бутылки. Кто тут бухал в этом? Бинтик. Не буду брать. Так, фильтр обязательно. Шприц. Возможно, для хилки нужны эти. Для Hill Station. Соль. Пенкиллерс. Ладно, берем. Какие-то табличка. Тут все. А вот и нет. Патрончики-то я как-то сразу-то и не заприметил. Бочки. Так, это дом не настоящий. Так, машину мы лутали. Ну ладно, пошли сюда. О, от этих бы дружков избавиться как-то. Сидеть где-то наверху желательно. Где мы можем подняться, так чтобы нас не убили. Колесо от велосипеда. Потом. Так. Нет. Почти. Круто, я через стенку пролез, да? Я застрял. Та идти твою колотить, ты посмотри, а. Ну как так-то? Ну как это ты мог пролезть сквозь стенку? Блин, я не сохранился. Ну как сохранился, но я уже много чего сделал. Придется опять все по новой. О, в этот раз появилась свечка. Нужна как раз для машины. Бензина нет. Так, ну бардачка, блин, я забываю все время, что в этой машине бардачка нет. Да... Попьем. Че бы и нет. Так, заполученная штука в стенку влезли. Ну надо же, надо такое... Чтобы я в стену влез, блин. Так, где эти твари? Вон идет. Так, надо сохраниться где-то здесь, прежде чем куда-то лезть. Ну, открой. Еще пенкиллерсы давай. Мне, кстати, очень мало. Это тоже туалет. Шланг есть. Вон еще тварь ходит. На крышу, кстати, можно вылезти. Прямо отсюда. Да ты же меня не достанешь. А вот зато я тебя вполне себе. А давай дробовик берем. В прошлый раз нормально сработало.
Чего ты не переклоняешься, не понял? Вон твой кореш ходит. Давай-ка с калаша ему пальнем в лобешник. Ой. А вы что, ты там еще попал? Бочку, наверное, какую-то? Блин, промазал. Вот теперь отлично. Я так думаю, больше двух тут нет. Зачем мне эти щупальцы? Что с ними делать? А ну давай одну возьми. Может, их можно как-то с этим... Блин, шприцы я уже выложил. Еще шланг. Посмотрим, может быть, шприцы можно как-то... этим вот смешать со шприцом, что-то с ним сделать. Ну давай, где этот волчара тут воет, ходит? А, вон он далеко. Надеюсь, меня не заметит. Так, ну-ка, шприц. Нет, просто дроп и все. Я не знаю, что с ним делать. У меня есть 3 штуки, я думаю, если что, еще раз добудем. Не проблема. Так, порошочек. Пейнкиллерсы, вот они. Убить его, что ли, пускай воет ходит. Да пускай воет ходит. Вроде особо не мешает. Так, темнеет, начинает. Кактусы. Там нужно. Ящик настоящий, да. А это что? А вон он. Ладно, ящик я брать не буду все равно. Че это? Опа. Лазерный прицел. Ну-ка, калашничек. На тебе можно? Что-то одеть. Блин. Это не одевается, к сожалению. Это на натовский, это что-то вообще? Там пишется хоть? Вот я, может быть, на ружье. Там вряд ли, чтобы на ружье что-то там было еще. Нет. Телекомфор можно... Ну, ладно. Так, еще алкашка. Скотч. У нас этого скотча. Как грязи, блин. Соль, вот соль, да. Еще на полу соль лежит. Туалет заваленный. Так, еда хватит уже. О, гитара. Тоже не настоящая. Доску берем. Сольку, давай. Пиво. Еще карандаши давай. Я их пока трачу. Прикольные кружки для пива. Здоровые такие. Так, бутылки, я думаю, мне пока хватит. Стиральный порошок, да. Ящики, ящики, ящики. Ну, второго этажа тут я не вижу, да? Нет его здесь. Хотя вроде высокое здание, а потолок... А, потолок... Такое ощущение, что потолок меньше, чем... Чем он на самом деле. Там что-то есть. Балкончик. Еще один ящик. Стул хороший, кстати. Здесь можно спокойненько переночевать. Если есть желание. Так, ладно.
Пошли в соседние здания. О, кстати. Тут прям дикий запад. Так все выглядит. Телега. Велосипед. Не совсем контраст. О, так сюда можно зайти. Так, шестер не берем. Это мясо вроде ничего нам не угрожает. Так, стрела. Фильтры. Отлично. Еда. Так, кошелек. Шестьдесят шесть, семьдесят четыре. Это для чего? Опа, для собаки. Лошадь? Серьезно? Да. Может, здесь где-то сейф есть? Чего-то не хватает. Тумбочка, например, какой-то. Здесь что-то должно быть, раз есть. Но это, по-моему, не зажигается. Ничего, еще один шприц. Не знаю, надо мне столько этих шприцов. О, еще одна стрела валяется. Вот эту стрелу лучше возьму. Ну, блин. Они настоящие. Так, предлагайте мне сжечь эту кучу мусора. Давай. Так, спичек-то у меня нет. Давай, зажигай. По-моему, это не сработает. Ну, горит хорошо. Ну да. О, как-то я тебя пропустил. Шестеренки. Ну тут как бы ничего нет. Странно. Кот не просто так. Значит, где-то в соседних домах что-то должно быть. Потому что быть такого не может. Консерва томатная 66-74. Ну не знаю, я ничего не вижу. Тут ни сейфа нет. Никуда не запрыгнешь. Но такие вещи просто так не бывает. Где-то что-то есть. Ну не здесь. В полицейском участке я ничего не видел. Вот давай в бар зайдем. Не зайдем. Мешок цемента, блин, надо взять. Для строительства нужная вещь. Так, стоп, бочка. Я уже перегруженный, говоришь. Там ничего нету. О, я через сквозь стенку прошел, нормально. Это не буду брать. Листик тем более. Блин, а? Где-то должен быть от чего-то этот код. Так, магнумские патроны обязательно. Еще один карандаш. Давай отдохнем тогда. А, на это оно не действует. Ты еще не сдох. В смысле, не пропали. Я думал, они пропадают быстро. Нет, нифига. Я не помню, чтобы я где-то здесь что-то видел, что можно открыть с помощью этого. Ладно, пошли искать. О, веточку давай сюда. Тут тоже забаррикадировано. Надо пройти. Картонные ящики. О, это мне шланга хватит. Уже этих шлангов. Блин, а в окно никак, не? Короче, не пролезешь никуда. Что это, доска? Давай. Надо пойти разгрузиться. Так, ну что, смог, разгрузил. О, шестерню обязательно забираем. Хороший лут. Еще гитара. Пистолет.
Пистолет лежит. Это о, ремонтный. Блин. Ой. Еще один пистолет. А нужен ли он мне? У меня и так на базе есть еще один. Пока не буду брать. Внезапно, да? Отказывается от лута. Так, что тут еще есть? На получу бумажку. Давай. О, ящик хороший. Блин, а как я тебя возьму-то? Надо вынести будет его, чтобы не забыл. О, что это гран... Прикольная граната лежит. Батарейки. Еще бумага. Оружейники. Этот вот. Так, 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 так. Хорошие ботинки. Тут прям хороший склад такой. Еще 4 патрона, 4 на дробовик. Блин, все не влезло. Ну тогда это меняет дело. Мы можем этот ящик, мне пригодится. Эти. Эти. Вытащим его на улицу. Ну что ты? А, близко сильно стою. Раньше можно было летать на ящиках, поэтому он так сделал, что теперь уже так не полетаешь. Веревка. Нет, не надо. Где тут еще ящик был? Вот он. Подожди, пистолет возьми. Это не карандаш ли там? А, не, показалось. Ой, что-то я разложил патроны один там, один здесь. Так, короче. Это для собачки. И надо вынести, потом я отдельно приеду и заберу это. Так, продолжаем. Так, стоп. Вот здесь магнумские патроны. Там есть магнумские патроны. Давай-ка. Соедини в кучку. У меня, кстати, магнум есть. Так, амуниция. Он. Так, веревка. Блин, ящики такие большие, но они, блин, не лутабельные, к сожалению. Еще веревка. Еще батарейки. Сколько батареек? 4 штуки, стоп. О, нормально. Блин, это точно ремонтный верстак, но он, блин. Пф, вообще ничего нет. Пустая комната. Ух ты, титька, латить. Какой классный ящик. Ну, блин, чего в нем так мало места? Тоже на улицу. Что это? О, давай сюда. Чего бы нет, игра дает, ящик можно взять. Пускай здесь полежит. Так, багажника здесь нет, в автобусе нет. Так, что еще пропустил в этом магазине? Рыба вот. Офигеть. Я опять сквозь стенку пропрыгал. Так, веревки, бутылки. Ну хорошо, хоть не застрял в этот раз. Так, давай сохранись на всякий случай. Так, бумажку пропустил, гранату. Оружейные. Это пульки настоящие? Нет. Уже использованные. Тут 2 слота, он много так места занимает. Лучше не буду брать. Ой, а как-то я пропустил патрончики-то. Один лишний. Сейчас головой в потолок упремся. А, вот. Тут, короче, там наверху ничего нету. В итоге. Так, ну ладно. В этом магазине все. Сюда я, по-моему, не заходил. Да, прикольно здесь. Бумаги для растопки. Что это, спички? Еще вода. Пускай пока тут постоит. Сколько стак? 17, а нормально еще. А здесь 2-й этаж есть. Странная комната без предназначения, скажем так. Так, еду брать не буду. Стулья. Еще бумага давай. Темнеет, кстати.
мусорные, вот, ящик тоже настоящий. Тарелка битая. Так, это ерунда все. Еще вода есть, сахар. Ну, сахар, по-моему, у меня там в месяц. Ну, пошли наверх. Ага, вот и код, кстати говоря. Ясно. Бутылки пока не беру. Телефончик. Так, ё-моё, да тут много предметов, куда что можно слаживать. Еще карандаш. Пусто. Чё это? Бутылки. О, да ладно, лутается. И ничего нет в нем. Еще один калаш и джинсы. Еще один шприц. Ах ты ж нарколыга. Зачем мне третий калаш? Мне одного достаточно. У меня еще на базе есть такой же самый новенький. Еловенький. О, вот это я возьму. 30? В смысле барабан? А как это 30? Алло. Барабан для чего нужен? Чтобы 30 патронов в нем было. Там 60 должно влазить. В такой барабан, по-моему. Патроны не пропали, надеюсь. Понятно. Так, магнум еще один. Еще патрон на магнум. Ну, это я, который... Ну, так или иначе, его надо будет забрать. Так, 66, 60, 75, что ли? Блин, не помню. А, бляха. Бляха. Тут отвертка нужна. Ну, здесь хоть можно переночевать. Еще патроны, еще. Давай вот это поменяем. Патронов куча. Пистолетные. Надо в машину что-то сложить, иначе ничего не влазит. Еще отмычка. Так, стоп, пейнкиллерсы есть у меня? Нет. Соль? Блин. Не полезно. Тут еще застрял, еще 5 перчатки. Ну ладно, значит, я ночью сейчас тогда повытаскиваю все эти ящики, чемоданы, там все, что можно. Это мы все потом оставим на базе. Ну, надо же куда-то что-то слаживать. Так, ну что ж, я отдохнул. Попьем водички. Я съездил домой, как раз взял. Чуть не нарвался на этих козлов. Ночью пошел, там код изменился, кстати. Так, код я записал в телефон. Потому что тут был 66, там что-то там 76, или не помню, что такое. Этот уже вообще совершенно другой. Так, итого он там 43.06. Ну-ка. Так, 43.06. А, ладно. 43.06. Открываем. Ни хрена, тут ящиков нормально так. Ух, стрелы. Вот это хорошие стрелы, конечно. Их самим, по-моему, делать нельзя. Ничего тут больше нет. Но что внутри? Опа. Гвоздодер. А у меня есть. Во, наконец-то. Наконец-то для рыбалки все есть. Можно сегодня и порыбачить. Так, спина.
фишинг. Все, у нас готовая удочка. Все как бы есть. Так, отвертка. Блин, это все выносить надо будет, конечно. Хорошие ящики, много чего есть. Блин, выносить это все, наверное, буду вне серии. Сейчас пока пойдем вниз. Подожди, а раз тут я все двери открывал? А, это на балкон. Кстати, я сюда не выходил. Так, тут забаррикадировано. А как ты это прошляпил? Квест? Так, я ж тут был, не? Ну, вроде я... Нет, тут был, да-да-да, я же вставал на эту, вот на этот был, видел точно. Все нормально. Пустая комната, в этой комнате я был, да. Я забирал сюда чемодан. Патроны забрал, вроде забрал. Калаш, блин, ну давай, наверное, чего уж там. Штаны тоже возьми. Пока дают. Так, ну можно пойти, наверное, рыбку половить, что это бутылки-то хватит, эти бутылок. Так, ну я тут вроде все выгреб. Так, только не видишь, что ты теперь не можешь вылезти. Туда можно, обратно фиг. Офигеть. Ну ладно. А вот эта вот проблема. Фикс проблем нет, это для собаки только. Прикольный вид из окна. Салон такой. Из вестерна. Так, блин, да серьезно, пустите меня. Ну. Да иди ж твою мать. Так, не понял, почему я оказался на базе. Не, ну на базе-то я, ладно, еще и разгрузиться могу здесь, но, блин, алло. Калаш есть уже. Еще один будет калаш. Зачем мне столько калашей? Этим же ж нельзя тюлени дать. Тебе можно калаш дать? Ты опять спряталась там. О, можно. Эта фигня даже еще и модифицируется. На глушитель. Ну, будет у тебя теперь между ног калаш висеть, он там у тебя... Видно только пистолет. Калашник не это. Не... Пока еще не прорисовался. Ну ладно. Так тебе тогда и про патрон на дробовик тебе и даром не нужен. Короче, на тебе вот, поноси. Мили Weapons. Блин, я здесь выложил. Но у меня же модифицированный этот вот, да? Я же вставлял туда магазин. Вот он есть. Но он, блин, не работает. Вот его даже видно физически, но больше 30 патронов туда сунуть нельзя. Опять же баг какой-то. Ну ладно. Так, отвертка мне уже вроде как не нужна. Вот. Шлем где-то у нас тут. Тут уже места ни для чего нет. Глушитель. Глушитель это ладно. Там, блин, столько ящиков осталось. Куда-то что слаживать? Ёлки-палки, мне места нет. Ну вот, одно есть место. Шприц. Ладно, надо вернуться обратно пешком. Как так? Ну ладно, в принципе, машина-то. Курочка. Вали отсюда. Мне так жертвы полно. Что-то все по еде. О, все полное. Пока шел пешком, только что вон поросята побежали. Целый табун. Вон. Он... Хрюшки и куча поросят. Прям толпа поросят. Первый раз такое вижу. Хрюшку одну видел, по-моему. Да чтоб столько поросят было вокруг них. Во-во-во, вот они.
Ой, какие няшные. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Может, пойдете на превьюшку? Может быть. Так, что это у нас тут такое? Куда-то я приперся. На карте есть это место? Так, высоко. Над уровнем. А, я уже тут был. Да. Однозначно был. Посмотрим, разве что бензин вот здесь вот. Показалось, что ветка лежит, но нет. О, 3 литра. 3 литра, это целых 3 литра. Тут еще не поспоришь. Почти полная канистра. Бардачки я должен был смотреть, да. Ладно, пошли. А в домике что? Что-то я прям вот запамятовал. А ничего там нет. Она еще не, он еще не доделанный. В смысле домик. Еще топливо. Неплохо, уже почти. В смысле, алло. Ты. Ты как это выстрелил, блин? Бляха. Было так много патронов, и на тебе. Еще больше стало, в кавычках. Ладно, пошли. Так, я только что слышал взрыв. Машина где-то это вот впаялась в забор. Только не пойму, где она. Сюда не видно. По-моему, на карте она рисуется, когда ее открываешь. Нет. А, вот. Вот он. Это вон туда пройти надо. Пошли посмотрим. Может, яблоки будут нам. Так, а вот наш незадачливый друг тут. Не знаю, во что он там паялся. Так, берем все, у него что есть. Мне нужны яблоки. Если он, конечно, будет их продавать. Спасаем его. Блин, надо было дверь закрыть. Я так и знал, что она сейчас будет перекрывать мне весь вид. Good luck. Он мне дал патроны и все. Черт. А я-то всякого хлама понамерал. Думал, сейчас с ним поторгуюсь. Ну, 20 патронов, то не такой уже хлам. Так, я сбился с пути, мне вон туда надо. Подожди, нет. Вернуться обратно надо. Так, я уже тут был. Блин, воет тут где-то собака сутулая. А, вон она. Правда, оборванные. Не ори. У меня еды много, так что я пока брать не буду. Мне даже ложить уже некуда. Что? Ну, в смысле, в кармане пока есть, но волка в карман не засунешь. Это стрелы будет еще. Так, сохранимся. Ну и в баню. Тут эти уроды. Спавнятся постоянно. А вон он ходит, бродит. Не знаю, почему меня выкинуло на базу. Возможно, из-за того, что... Не знаю, за чего. Что в мотеле нельзя было сохраняться. Может быть, из-за этого. В полицейской машине бензин не появился снова. Нет. А в той маленькой? Ну, а в маленькой-то как раз будет полная канистра. Еще даже все не влезет. Так, только не вижу, что туман начался. А, не, показалось. Так, ох, они как раз спиной ко мне повернулись. Я могу проскочить. Поехали вам в конец дороги, посмотрим, что там есть. Ну, карта чуть-чуть недоделанная, скажем так.
Интересно, туда можно упасть? Не, ну упасть-то понятно можно, в смысле ходить-то можно. О, я уже полетел куда-то. Опа. Какой-то бункер или подземное что-то строение. А что это в том направлении? Мы где? А, мы куда-то далеко смотрим. Радио стейшн. Это где-то вот здесь, а что там такое? Не знаю даже. Ну, возвращаемся тогда порыбачим, что ли. Так, пирамиду, эту кнопку нажимаю, чтобы выходить из машины. Так, а как рыбачить-то, кстати говоря? Fill drink. Подожди. Как? Так, подожди. А как ее взять в руки-то, чтобы порыбачить? Хороший вопрос. Я что-то об этом не подумал. Как удочку в руки брать-то? Так, а во. Нет. Может, сначала надо... Я еще, кстати, не сделал вот спальный мешок. Блин, тут какую кнопку? Может, как эта кнопка весь в этом вот в меню что ли поменялась? Все посмотрим. Да, все-таки есть эта кнопка, кнопка мыши. Ну, на мышь нажимаете на саму кнопку, ну колесико, то есть, и можно ловить. Вот на раз. Так, и как тебе закидывать? Можно прямо читерить, прямо возле самого берега бросать. Так, что, держать надо или как? Нет. У меня что-то есть? У меня все есть. Но почему-то... Ага. А нажимать, наверное, на... сорвалось. Блин, леска так быстро ломается, серьезно? Ты смотри, прям, может, дальше надо просто бросать? Я не хочу далеко бросать, потому что невозможно потом нормально вытащить. Странно, что, может, здесь недостаточно глубоко. Да, вообще-то нормально тут по глубине. А во. Может, левую кнопку надо подсекать? Сомик. Да, блесна ломается. Леска еще не так. Да, очень быстро все ломается. Очень быстро. Внезапно прям. О.
получилось. Читерство. Ай, блин. Как так получалось же? О. Отлично. Еще один сомик. Так, смотрим. Сколько у нас сомиков в кармане. Так, подожди, где? А, вот. Хвостиками мотают. Да, можно будет построить этот вот водоем и там держать рыбу, бросать туда, и она будет живой. Так. Пока игра позволяет, будем делать так. Потому что если закинешь на середину озера... Ай, блин. Ох, тут отличное место. Закинешь на середину озера, тебе просто физически не хватит ни лески, ничего, ни приманки. Она просто... Отлично. Еще одна хорошая рыбка. Еще одну давайте. Ох, тут вообще прям идеально. Не знаю, почему не срабатывало раньше, но... Есть. Опа. Я думаю, этого мне достаточно. Сколько их? Четыре рыбки. 4 килограмма. Нехилая рыбка. Хочу сказать. Ой, не та кнопка. Ну, не все так плохо. Блесны у меня есть на базе. Не проблема. Ладно, еще раз поймать. Опа. Ага. Прям сюда закинешь, чтобы я не двигался. О! Вообще идеально. Интересно, какой самая большая рыба здесь будет? Оп. Так, это уже 6-я, я могу 11 положить. Ну, давайте доловлю полную, хотя не знаю, зачем мне столько. Ну, возьму. Ну, а крайнюю давайте с вами поймаю. Ну вот, отлично, полная, это вот у нас рыбы. Два, 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 4, 3 килограмма, 1 килограмм. Неплохо, вполне себе неплохо. Сейчас съездим тогда на ту базу. Сейчас, кстати, надо посмотреть, что там нужно для строительства этой. А где она, кстати? Там, где еда, наверное, да? Нет, тут ничего нету. Костер, ничего. Где-то было. А, вот. Вот он. Ух ты. 6 камней, 20 цемента. Ну, есть. Сделаем сейчас. Сбегаю пешком, тут, блин, так хреново выезжает, тут яма, бум-бум-бум-бум-бум, машина так прыгает, что обалдеть можно. Ну вот. Значит, построим где-нибудь вот, с этому территорию всю себе заберем, где я поставлю рыбалку. Да вот тут, наверное, на углу поставлю ящик, хотя здесь машине может мешать. Вот здесь возле окна. Что это? А, это тень, так, стекло преломляет, как будто внутри стенка еще одна двигается. Так, где там это здание? О, здесь прямо на углу поставим. Максимально поближе.
45 минут. Только я ведро с собой не взял и воду. Блин. Погнали обратно. О, ВРС у тебя. Теперь агрегат посерьезнее. Так, вот лейка нужна. Так, наберем в озере грязной водички. Так, подожди. Так, дринк нет. Дринк мне не надо. Вот, ложи сюда. И пошли нальем. Да, но прежде чем мы нальем воду, давайте засунем сюда свечку. Осталась мелочь. Аккумулятор и двигатель. Ну, правда, не такая уже мелочь. Особенно двигатель. Так, наливаем, наливаем. Полнёхоньку и наливаем. Все, больше не льется. Так, а как теперь рыбу достать? А, вот, дроп... О-о-о. Надо, наверное, здесь стоять и бросать их вовнутрь. А я их подобрал. Надеюсь, я подобрал их в это, или они не пропали? Отлично. Так, дроп. Дроп. Ну. А, они все в одну кучку падают. Ладно. Блин. Это не туман? А, дождь. Дождь начинается. Куда? Не-не-не, никаких харвестов. Потом будем харвестить. Только если поперек, надо вот так. Она все время почему-то ложится именно вот в длину. Рыба. Как я ее не бросаю, она все равно в длину падает. Ну ладно. Пускай будет так. Ну, зато здесь рыба есть. Интересно, дождь мог бы наполнить ее? Вряд ли. Допустим, один взять. А почему-то... А, у нас все-таки его нельзя в карман взять. Только именно на харвест он уходит. Ну, зато здесь будет уже полно еды. Кстати, с едой вообще проблем нету. Уже. Бульк. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.